В горном районе Якутии выпустили лесных бизонов, выращенных в питомнике Темпанай. Теперь 30 особей будут обитать в природном парке «Синяя». Устойчивый снежный покров позволит легче отслеживать передвижение стада. При этом работники питомника продолжат подкармливать животных. Благодаря этому планируется первое время удерживать бизонов на определенной территории под наблюдением специалистов. Между тем, как отмечают ученые, при условии достаточного поголовья в свободно живущих популяциях появится возможность использования бизонов в сельскохозяйственном производстве.